плановый ремонт 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов и одного офиса врача общей практики. Такая задача стоит перед региональным Минздравом в этом году. Среди лечебных учреждений ФАП в селе Нагаево Корсунского района. На его строительство в рамках нацпроекта здравоохранения направлено более 6 миллионов рублей. 5 мая начато было строительство. Контракт был двухлетний. Но подрядчик настолько ответственно к этому подошел, что в течение 2 месяцев они построили этот модульный. Осталось закупить мебель и оборудование. Уже осенью в лечебно-профилактическом учреждении смогут принимать пациентов. В Нагаево проживает 518 человек, 90 из них – дети. Всего в Корсунском районе 21 ФАП, а вот районная больница одна. Здесь продолжается модернизация. Теперь к учреждению прилегает новая ровная дорога. На асфальтирование территории потратили 3,5 миллиона рублей. В прошлом году были подготовительные работы, отсыпка, завозили все необходимые материалы для этого. Если бы видели, что тут было, одни ямы, это было смотреть страшно. Еще 6,5 миллиона рублей пойдут на замену окон в здании стационара и поликлиники, ремонт актового зала и пищеблока. С 1 сентября в больнице уменьшится количество ковидных коек с 45 до 30. Постепенно лечебное учреждение возвращается к плановой помощи населению. Рената Льулова, Владимир Куликов, новости Улправда ТВ из Корсунского района.